Это третий видеоролик с участием казармы с часами Гедеборг 2. Мы два ролика сделали. Это вот здесь мы проходили с вами первый этаж. Сейчас мы на втором будем. Были на третьем, сделали видео, некоторые фото. Сейчас пройдем по второму этажу, насколько это будет возможно. Это куча строительного мусора. Это часть казармы. Вот она тут была. Это второй этаж. Ветер мешает. Всегда что-нибудь мешает. Тут не сняли паркет, он сгнил. Нечего было снимать. Если сейчас прорвется видео на полслове или на полкадре, это у меня кончается аккумулятор. Я не рассчитывал на долгую работу сегодня. Я уже говорил, почему заторопился. Не сделай сегодня, может быть. В следующий раз уже не получится сделать видео. Сколько могут снести. Сдается мне, был я здесь уже за эти 5 лет. Выглянем в окно здесь. Посмотрим. Вот здесь напротив как раз был плац.